Вятка, небо, самолеты. Сегодня русские «Витязи» отрепетировали фигуры высшего пилотажа. В 8 утра кировчан разбудил гул истребителем. Самолетом управлял командир пилотажной группы. Он первым провел облет территории, а также выполнил несколько фигур. В 11 утра в небо взлетели все 6 самолетов. Само выступление кировчане смогут увидеть в субботу 23 июня на набережной Грина. Асы российской авиации покажут целый комплекс фигур высшего пилотажа. Бочка, петля Нестерова, косые петли, колокол, фонтан, тюльпан, а также встречный и парный пилотаж. При этом выступление будет проходить с аудиокомментариями. Шоу русских «Витязей» начнется в 11:10. Отмечу, что из-за мероприятия будет перекрыта старая часть города. Подробный список улиц, которые будут закрыты для проезда, можно посмотреть на сайте «девятка.ру».